Надо было тогда взять побольше средств от мозолей. Заседания, парады, споры о бюджете. Умы в тюрьме хорошо о тебе отзывались. Я. Салют. Это круто, сделать из брошенного чужого хлама что-нибудь полезное. Ты боролся один. Я не... Вот не ты надо! Попахнула. Что это сделал? Сейчас безопаснее всего. А на чем сектанты нападают? Эта тюрьма стала нашим планетом. Ты как, подруга? Помощник, хочу кое-что спросить. Слышал о парне по имени Финни? Он работал фармацевтом. Люди к нему прислушивались. Он считался уважаемым членом нашего общества, хотя на самом деле он был обычным наркодилером. Финни вступил в секту и помог им создать Блаш. Говорят, сейчас он в оранжерее Джессопов. Красиво там было. Раньше. Финни выращивает там эту дрянь. Целое поле этих жутких цветов. И вот я подумал... Если ты вдруг заглянешь к нему и сожжешь эти цветы, Финни будет в панике. Я умею охотиться на любую дичь. Нервишки даю. Держись, бой еще не кончен. Спасибо за помощь в тюрьме. Приветствую. Ты... успеха. Надо быть начеку. Скоро втянешься. Молодец. Thank you.
Зачисти ее! Нужно сжечь все поля блажи! Это выманит Фини! Удачи! Слухи, что Рэйчел Джессоп уже достаточно давно отдала свою оранжерею сектантам. Наверное, просто не поняла, что они из себя представляют, или ей было наплевать. Говорят, именно там сектантам удалось получить из цветов блаш. Ангелы, судьи, туман. Все это началось там. Слава богу, теперь все закончится. Кто-то сжигает поля блажи! Бейтесь за отца! Помощник, нелегко тебе придется. Будь осторожен. Помни, ты должен сжечь поля блажи. Так мы выманим Фини. Как осенний урожай. Вот что! Мы на тебя рассчитываем. Вроде пронесло. Ну,
Финни на месте! Мы подъезжаем. Что там происходит? Слишком просто. Кто нашел, берет себе. Я под обстрелом! Остальное на мне. Каждый час.
вмещается столько психов? Вполне себе конец света. На этой старой пивоварне святоши делали блажь. Хорошо, что мы сорвали им производство. Теперь хоть будет возможность сварить нормального пива. Молодцом, салага. Чего себе? Повезло, что мы все уже. Хочешь нас остановить? Врата Эдема сильнее тебя! Ух ты! У тебя получилось! Никакого фини, никаких наркотиков! Мы избавимся от всей блажи! Круто, правда? Я тобой горжусь! Мой сын тоже бы гордился! Точно, Ник. Но не войну.
Спасибо, помощник. Сумка! Черт! Я потерял сумку! Спасибо за помощь. Я доктор Чарльз Линдси. Я из тех, кто укрылся в тюрьме к югу отсюда. Вера и Ангела давно пытаются добраться до нас. Я искал способ помешать им, когда меня схватили. Я знаю, как создать приманку для ангелов. Но ингредиенты остались в сумке, которую святоши бросили в пруд. Но я не умею плавать. Да-да, так бывает. И хочу, чтобы ты достал ее. Боже, что это было? Единственный способ остановить эдемщиков – стрелять в голову. Пусть Иаков умрет. Я Чарльз. Все зовут меня Док, но я не совсем правильный доктор. Я ветеринар, но сейчас за местного полевого медика. Зашивать раны от пули и принимать роды у животных — совсем разные вещи. Прости, неважно. Дело такое. Я нашел кое-что, что привлекает ангелов. Мы сможем согнать их в кучу. Хотел испробовать, но все пошло кувырком. Сраная секта. Мне не хватает ингредиентов, но меня убьют, если я останусь здесь. Я должен вернуться в тюрьму. Выручишь меня? Я дам список того, что нужно. Если найдешь, у нас появится реальный шанс выжить. Тех, кто против отца, они приводят сюда. Части!
меня попали! Тебе не уйти! Хватит веры и ее вредней.
уже все. Нет, правда, девочку пора прикончить. Глобальное потепление. Жарко-то как. Надеюсь, нас ждут мирные дни. Единственный способ остановить эдемщиков – стрелять в голову. Отец говорил, пушки как презервативы. Не знаю, что он имел в виду. Набожная вера вовсе не так проста. Вокруг шатается столько психов, вполне себе конец света. Объединенный комитет начальников штабов появился.
готовиться к следующему бою. Цель найдена, мать я. У нас гости! Нам теперь нужны. Тебе повезло, что я рядом. Да, ты не видишь? Но я тебе салютую, правда? Следи за дорогой, остальное на мне.
Один раз я простила, но второй... Все схвачено. Никто не идеален. Все мы порой совершаем ошибки. И даже я. Нам только ангелов не хватало для полного счастья. Все с ума подходили. Один раз я простила, но второй... Никто не идеален. Все мы порой совершаем ошибки. И даже я. Я думала, мы наконец-то стали понимать друг друга. Казалось, тебе можно доверять. Один раз я простила, но второй... Никто не идеален. Все мы порой совершаем ошибки. И даже я. Я думала... Мы наконец-то стали понимать друг друга. Казалось, я пытался стрелять в звук. Трудно. Клатч Никсон, величайший каскадер Монтаны, делает для Америки самый лучший подарок. Совершает отчаянный полет над долиной реки, выпуская залпы из тяжелого орудия. Хотя ему повезло, и он не разбился, Клатч все-таки повредил брошь, из-за чего стал дальтоником. Вскоре Клатч случайно спровоцировал беспорядки на мероприятии в честь выпуска своего сборника эротической поэзии. По иронии судьбы, и трюк, и книга имеют общее название – «Дыры былой славы». И никто не смог их превзойти. Вот это!
зрелище. Просто фантастика. Попал прямо в яблочко. И мостом. Вот это маневр. Шикарная получается гонка. Черпальной машины. Почти задел мост, но все обошлось. Вот это место.